Всем привет! Продолжаем знакомиться с игровым движком для создания 2D-игр под названием Default. Вот, и сегодня, надеюсь, сегодня, может быть, сегодня и завтра, посмотрим. Познакомимся с тем, точнее, мы продолжаем, вот, и добавим физики. Вот, у нас есть... Что у нас там есть? Давайте запустим. Был какой-то рефакторинг по руководству. Вот. И сейчас, ну, этот улетел. У нас тут жаба была, улетела вниз. Потому что нет модели столкновений. И у нас он есть внизу, земля, которая двигается. Вот. Земля. Также добавили, познакомились со свойствами. Вот добавили, куда мы добавили это свойство. Блин, куда? Где-то ж было. Так, ладно. Вот, вот у нас есть скорость устанавливается. Так, ага, вот. И сейчас попробуем добавить физики и модель столкновения. Итак, что для этого нужно? Так, написано в руководстве для этого. Добавьте новый Collision Object Component. Вот, то есть нам надо открыть Ground Collection, где наш Ground Collection, вот он, и добавить новый Collision Object. Так, добавляем компонент, да, тут же добавлять, правильно? Ага, вот, добавить компонент. И компонент это у нас будет вот Collision Object. Есть, сделали. Добавили. Так, теперь нужно добавить наши вот эти вот объекты, которыми мы, ну, нам надо добавить вот этот квадрат, бокс. Вот, я так понимаю, сейчас вот он, и сейчас в этот квадрат... Наверное, поместить, сделать так, чтобы вся вот эта вот земля была в этом квадрате. Вот этот квадрат, это обрамление наше, по которому будет считаться столкновение. Хорошо, сейчас сделаем. Кстати, вот здесь, вот как вы видите, следите за мышкой. Вот это, я так понимаю, движение. Вот я проверил, я выбрал, можно двигать. Потому что в предыдущем видео были небольшие проблемки с этим, с движением этих... объектов, вот, и с изменением размеров. Так вот, это у нас Moving Tool, вот это, а вот это, как я понимаю, ну, я уже вот, возможность, то есть можно менять размер объекта. Вот, соответственно, давайте это где-то вот здесь помещу, сейчас выберу вот эту, и за красную потянем, сделаем так, чтобы вся наша земля... помещалось. Так, теперь высоту увеличим. Блин, а что оно пропорционально увеличилось? Нам же этого не надо. Нам же надо только вот так вот. Ну, примерно. Так, клавишами. Давайте, нормально, стрелочками двигается вверх-вниз, вот, и сейчас я подгоню и продолжим. Дальше нам надо установить свойства вот этого объекта, Collision Object, в, вот, тип, в статик. Вот, установили, это статичный объект. Есть. И теперь нам нужно, где-то тут геометрия была, сейчас я ее найду. Ага, надо группу установить в геометрии. Вот у нас наш герой был. Так, где тут герой? Вот он, здесь Collision Object, как мы помним. Ага, есть вот групп Hero. Так, а здесь, значит, нам надо сделать группу геометрии. Ну, так говорят. Ну, давайте. Давайте сделаем группу в геометрии. Так, а вот здесь маску установить в Hero. Хорошо, Hero. Сделали.
Вот, и теперь написано, что как бы столкновение между ними уже будет. Ну, что-то нифига не было. Сейчас я тут кое-что перечитаю. Не знаю, что произошло, но я заново удалил, короче, вот этот collision object и добавил точно так же, как и до этого. И все заработало. Вот, столкновение произошло. И вот он бежит, как мы видим. Ну, я здесь еще уменьшил вот эту вот высоту. Вот, давайте, вот. Чтобы, ну, ее можно, в принципе, увеличить. Давайте увеличу. Сделаю вот так вот. Вот, но тогда он будет, получается, чуть-чуть выше бежать. Давайте запустим. Вот он бежит выше, что, в принципе, не очень красиво. Вот, поэтому я ее здесь вот так вот где-то уменьшил. Вот, ну, ширину-то такое. Давайте сдвину все-таки. Вот, вот так вот будет. И запустим, и вот он бежит. Ну, скорость, конечно, у нас чуть-чуть не соответствует. Но это такое, это можно подобрать. Итак. Скорее всего, здесь мелкие все-таки в редакторе, наверное, недоработки есть. Вот. Ну, где я сначала сделал вот здесь, Ground Collection взял. А потом я непосредственно в Level Collection делал. Поэтому, наверное, лучше уже вот здесь, в общем объекте, да, в котором у нас сконцентрирована, точнее, собрана земля, герой, там еще что-то там вот собрано, то лучше, наверное, это все вместе сделать, чем по раздельности. Хотя оно должно подтягивать изменения, но вот так вот пока. Вот. Ну, я думаю, если в этом повариться имеется в виду, там, поработать, посидеть не один денек над созданием таких игр, то уже много вещей станут просто очевидными и понятными. Как можно, а как делать нельзя. Вот, но, как бы, добавление столкновений, как оказалось, не так уж и сложно, да, просто добавить вот эти вот коллизии. Вот. Это мы сделали. Так, что еще здесь? Здесь почему-то еще не работает... не работает. Кнопка прыгать. Вот. Я нажимаю пробел, и наша жаба прыгает. Это мы делали в предыдущем где-то видео. Добавляли здесь клавишу. Потом у героя здесь есть обработка. Вот это jump. Если jump, вызывается локальная функция. Ну, это такое-то. Это чисто программирование. Итак, идем дальше. Теперь нам надо добавить платформы. В игре это есть такие платформы, вот, на которые там эта жаба может прыгать, там собирать какие-то эти монетки. Ну, потому что в данном случае игра это совсем не интересно. Вот, просто бежать и прыгать. Итак, что нам надо сделать? Нам надо открыть Level Atlas. Вот. И сюда добавить картинки, добавить images. Вот, и нужно найти их. Хотя я решил, знаете, что сделать. Вот у нас есть ресурсы. Я сейчас вот эти вот картиночки перетяну в левел. Вот. Я думаю, так будет проще и очевиднее. Теперь надо нам добавить из левел Rock Planks. Вот. Это у нас, ну да, какая-то платформа. Вот, на которую будет прыгать герой. Ну, наша жаба. Вот, и теперь нам надо создать новый игровой объект. И назвать его Platform Go. То есть по аналогии, как мы создавали вот героя. И у нас есть Hero Go. Теперь надо создать эту платформу. Что мы сейчас и сделаем. То есть по аналогии, кто помнит, нам нужно правой кнопкой на какой-нибудь директорий, куда мы хотим это все поместить. Ну, соответственно, мы выбираем level и вот сюда добавляем новый game object. Есть. Выбираем game object и называем его
form. Есть. Расширение добавляется GO, то есть Game Object. Окей. Добавили. Так, далее нам надо добавить в нашей платформе, добавить компонент и добавить спрайт. И в этом спрайте, что тут выбрать? Ага, нам надо выбрать, судя по всему, Level Atlas, да, вот он. А в анимацию, Default Animation, поставить Rock Planks. Вот, есть. Дальше. Дальше нам надо добавить Collision Object. Вот. Значит, добавляем... Collision Object. Вот, и этот Collision Object добавляем квадратик. Вот. Теперь этот квадратик, ну, по аналогии нам надо сделать так, чтобы он по ширине, ну, как раз, короче, все это дело добро закрывал. Так, давайте вот. Так вот сделаем. Ну, чуть-чуть неточности, но это такое. Так, дальше. Группу. Группу. Тип. Тип – это кинематика. Не динамика, а кинематик. Дальше. Группа. Какая у нас будет группа? Группа у нас геометри. Вот. А маска будет hero. Вот так вот. Вот, ну я так начинаю вкуривать, что это такое геометрия. Как бы этой группы нету, но мы создаем, и дальше у нас получается движок начинает связывать, да, там находит все вот эти game object объекты и там как бы связывает их по группам и по маскам. Что такое маска? Ну, это надо читать. Вот, я не читал. Вот, ну, где-то так примерно догадываюсь. Но объяснить пока не могу. Ну, так бывает. Итак, мы создали платформу Go. Итак, и что тут у нас еще один за совет? Есть такой совет. Вот эти все game object, ну, объекты для уровня, переместить, создать папочку objects. Ну, в принципе, да. Согласен. Object. Потому что дальше у нас будут еще несколько игровых объектов. Вот. Соответственно, когда они в одной папочке будут, также, я думаю, можно будет потом скрипты перенести в одну папочку, там коллекшены и так далее. Следующим делом нам надо создать скрипт по обработке, ну, каких-то там событий или вообще для этого игрового объекта. Ну, что мы делаем? Ну, делаем по аналогии, как и в предыдущие разы. Так, давайте уже прямо здесь и добавим. Добавим новый скрипт. И назовем его, соответственно, платформ. Платформ. Платформ скрипт. Есть. Ну и что я сделаю? Я тут ничего не делаю. Я тут просто напишу то, что написано. Ну, скопирую. Копипастом воспользуюсь. Из документации. Так, скрипт сделали. Добавил. Разбирать его не буду. Вот. Идем дальше. Дальше открываем платформ Go и добавляем новый скрипт. Так, ну, вроде добавили же. А, нет, нам же надо как компоненту добавить. Добавляем, добавить компонент, вот, и добавить файл. И в этом файле выбираем, то есть связываем наш GameObject с скриптом. Есть, сделали. Также говорят скопировать вот этот вот файлик, копи, и вот так вот вставить. А как переименовать? А, вот rename. И переименовать в платформу long. Я так понимаю, просто будет еще удлиненная платформа. Сделали. Вот, и сделать точно так же, как и с предыдущей, да? Где тут? Спрайт. И добавить типа второй спрайт. Ctrl-C. Кстати, да, вот здесь можно скопировать и вставить. Вот, хорошо, сделали.
Ну и теперь их надо, эти два спрайта, разместить друг возле друга. Ну, это понятно. Значит, используем Move Tool. Вот, выбираем. И вот я двигаю. Так, сейчас я это все выровняю и продолжим. Так, сделали. Разместил я их по обе стороны от вот этой оси. Ну, для меня это ось Y по привычному. Вот. Может, здесь она по-другому называется. Так, вот разместил, увеличил размер collision object, то есть вот этого квадратика, вот. И идем дальше. Дальше нам надо добавить появление этих платформ в игре. Что нужно сделать? Нужно открыть Level Collection. Открыли. Дальше добавить две factory. Опа, вот уже знакомимся с factory. ADD... Где эти, как эти факторы добавить? Ага, добавить на контроллере нам надо. Выбрать контроллер. Ну да, контроллер это то, что управляет, я понял. И добавить компоненты, добавить фабрику. Factory, вот она, factory. Раз, factory. Вот. Вот, ну, наверное, вроде... Не, написано две factory, две фабрики добавить. Хорошо, добавляем две фабрики. Ну да, у нас же обычная платформа и длинная платформа. Все верно. Итак, что надо сделать дальше? Дальше установить ID свойства этого компонента в платформ factory. Хорошо, давайте назовем платформ factory. Вот. А это у нас платформа Long Factory. Long Factory. Есть. Есть. Теперь надо, вот я тут вижу прототип, да, установить. Значит, выбираем прототип платформ. Ну, скорее всего, тут платформа обычная. А вот здесь Long. Так. Long. Есть. Сделали. Теперь это все добро нужно нам в скрипте что-то там понаписывать. Вот. Значит, открываем контроллер скрипт. Вот он, наш контроллер скрипт. Короче, я просто скопирую и вставлю то, что в документации. Так. Ctrl-C, Ctrl-V. Есть, вставили. И теперь у нас какие-то переменные, обновления, платформы long, тра-та-та, что это? Это устанавливает скорость. Да, вот я получаю объект. Вот. И если срабатывает рандом, как я вижу, я получаю другой объект. То есть, либо обычная платформа, либо длинная платформа. В соответствии с этим я создаю factory. Ага, понятно, что такое factory? Factory просто создает те объекты, которые мы создали. В данном случае мы создали объекты GameObject. Где они? Вот он. Давайте, вот платформ Go 1 и платформ Long 2. Вот. Соответственно, у нас есть возможность создавать эти объекты динамически. А, кстати, оно где-то... Ах, там в Collision Object, ладно. Так, вот, соответственно, можно создавать. И вот у нас Platform Factory и Platform Long Factory. И, ну, это с этим уже разбираться, поразбирайтесь сами. Вот, у меня особо времени нету, но в целом понятно, да, что такое Factory. Потому что я его видел и особо не вкурил. Что это за Factory? Теперь понятно, можно понасоздавать кучу объектов, указать им, что это Factory. Вот, точнее, в контроллеры подобавлять фабрики и в фабриках указать, какие объекты мы можем создавать. Ну, я не знаю, я сейчас запущу, ничего не произошло. Вот, но, скорее всего, надо еще тут что-то допилить. Вот. Так, ну, давайте продолжим. Ну а что продолжать, надо же эти фабрики проверить. Ну появляются они или не появляются. Вот, я здесь изменил скорость, потому что я запустил сначала. Смотрю, блин, ну оно все медленно, он бежит. Вот, и как бы нету этих. Сейчас я установил скорость 360. Вот, и вот он бежит. Блин, во, есть. Прыгаем, бэмс. Столкновение есть, смотрите. Круто. На самом деле прикольный движок, мне нравится.
Кстати, эй-эй-эй, все получается, если я там застрял, то я уже, наверное, никогда не прибегу. Скорее всего, да. По поводу collision object нужно немного уменьшить. Нужно немного уменьшить вот этот вот бокс, потому что... Не, не вот этот, а когда он... По этой земле он еще бежит нормально. Когда он бежит по ящику, то вот там чуть-чуть некрасиво. Он как-то слишком сверху бежит, блин. Ладно, это косяки мелкие. Так, значит, нужно... Где у нас collision object? Это не то. Блин, это в платформах. Вот, надо в платформе, в collision object уменьшить. Да, потому что он как-то сверху бежит и как-то совсем некрасиво. Я думаю, вот где-то вот до таких вот размеров можно уменьшить. Точно так же, давайте сохраним, а потом проверим. Точно так же и здесь. Сейчас уменьшим где-то вот так вот. Ну, вот так вот пойдет. Так, запустим и проверим. Бежит. Давайте, ящики, появляйтесь. Прыгаем. О, нормально. То есть он уже, в принципе, визуально бежит по этому ящику. И не так заметно. Вот. Ну, в принципе, неплохо. Уже какая-то игрушка есть. Но вот это единственный косяк. Когда мы застреем и мы проигрываем. Скорее всего, нужно поднять вот эти все ящики повыше, чтобы не было такого, что он может во что-то упереться. Вот. Скорее всего, я так думаю. Ну, посмотрим, что-то в туториале по поводу этого сказано. Хотя, наверное, давайте все. В следующем шаге. То есть, шаг следующий в этом руководстве номер 7. То есть, добавление анимации и смерти. Вот. На сегодня, наверное, все. А следующее видео... будет анимация и смерть. Поэтому, конечно же, вы можете эти видео уже давно и не смотреть, либо так просматривать. Вот, и уже самому прочитать это руководство. Вот, но... Ну, а что делать? Я делаю такой обзор и показываю вживую, с какими вот такими мелкими проблемами я сталкиваюсь. Вот, смотрите, до сих пор какие-то ошибки есть, хотя все работает. Почему вот этот error script, непонятно. Но все работает, у нас есть столкновение, все рисуется. Вот, ну, да ладно. Давайте на сегодня все. В следующем видео добавим анимацию и смерть героя. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся и до новых встреч. Всем пока.